Здравствуйте, дорогие друзья, казахстанцы, алматинцы, россияне, все, кто сейчас смотрит это видео. До Нового года в вашем регионе остался всего лишь час, а может быть два. Я бы хотел успеть поздравить всех вас, кто сейчас смотрит это видео, с наступающим 2012 годом. Желаю вам всего самого доброго, всего самого светлого, исполнения ваших желаний, достижения всех ваших целей, чтобы всегда в доме у вас был уют, тепло, чтобы вас окружали верно, и хорошие друзья и коллеги. Всем, кто работает, желаю продвижения в карьере, а кто еще не нашел работу и кто бездельничает, желаю найти хорошую работу, чтобы все у всех у вас было хорошо. Хочу поздравить свою маму с наступающим Новым годом. Мамуля, я тебя люблю, ты у меня самая лучшая. Спасибо тебе за все, спасибо за то, что ты у меня есть. Спасибо вам всем, друзья. С Новым годом, 2012-м, годом дракона, кстати, это мой год дракона, и всех дракошек поздравляю с Новым годом. Я хочу вам сказать, ребят, апокалипсиса в 2012 году не будет. Я пошел отмечать Новый год на Times Square. Вам всем удачи, пишите, пока!